первый. Hello, people, вы на моем канале Железное Сердце, мы играем гиревый спорт, занимаемся гирями, гиру фарс. Так я не услышал от вас, куда нам бежать, в какой коридорчик. Похоже, поэтому нам надо разделиться. Пойду налево. Да, именно налево. Феникс, вы с Кармайном налево, мы с домом направо. Есть, сэр. Разбежались. Наш герой идет на карачках, как самый смелый человечек. Живей! Течете! Вон они. Понял! Это минус один. Второй. Сила. Готовченко! Вспомню. Тоже воюют. Ребят, нет. Пошли, 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 пошли. Что у нас лежало? Ничего, просто там зелененькое. Что-то росло. Так, открываем. Ручку. Да как кто здесь появился-то? Вы откуда взялись, ребята? Все тут весело оказывается. Что-то я не пойму, как они так импортируются модно. Там за углом еще одно лицо. С наводчиком, он справа. Сначала его. Больно? Уровня не знаю, нифига. Вообще весело. Бежали. На карачи. Пойдем это все дельце. Мы отсюда не попадем. Да ты чё, еще и не заряжен, да? Ё-моё, ты нугар, а. Чё, не заметил, да? Бедняжка. Отойди! Мясо. Надо завалить ту дурь мою. Стали молодцы. Еще саранча. Зашибись. Идем, ребятки. Пошли, 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 пошли. Опа, открыли дверь.
которая была открытой. Найти группу Альфа. Штаб, это группа Дельта. Что там насчет Альфы? Никак нет, Дельта. У нас все еще ничего. Прием. Вас понял. Дом, Феникс, вам надо найти вход. Мы с Кармайном будем драться снаружи. А как же Альфа? Если сможем, спасем. Войти в дом суверенов. Пойдем. Пойдем. Сыкотно как-то. Такая открытая местность. Все чисто. И никого. Не бывает, ребята. Видали? Видали. Щель такая образовалась. Ребята, а куда мы идем? Еще прыгать умеем через такие дыры? Рося! Ему надо обходить. Точно. Зашибись, надо обходить. Гранату, как гранату прикрой. Следующий. Следующий лучше. На гранате просто. Мне легче. Напугали. Пойдем поближе, подойдем. Вслепую тогда придется стрелять. Бей его, бей! Чё ты не бьёшь, ты рукопашка? Чисто. Отлично. В одиночку прям все зачищаем. По местам! Давай живее, солдат! Так, патрончики соберем, а ты что-то с патронами как-то не очень. Целы? Да, но есть проблема. С этой пушкой не лады. Все время клинит. Бедняга. Видишь? Снайпер! По местам! Какой аппетитный у него запашок изо рта. Еще саранча! Много саранча. Я хотел до ящика добежать. Я успею? А, блин, не надо мне этот ящик. Отлично. Все, пойдем к пушке. Быстрее, 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 чувак! Умри, сам умри. Это наша. Граната. Не дойти. Куда ты из-за пушки-то вышел? Косой. Что вообще что-то без прицела. Странно. Вот кого-то попал, блин. Одного. Столько патронов одного попал. Все? На, ребята.
следующий. Туда идем. Сюда! Давить! Качковые такие все. Дороги! Живучие, блин, такие все, а. С кем воюете? А, в другую сторону. Хорошо. Штаб, это Дельта. Прием! Класс. Армейская техника. Надежно. Еще как. Кармайн, брат. Я знаю. Я открою дверь. У меня есть код. Блин, о, где я очутился? Вроде бы нашли Альфу. Живо! Да. Кто-то нехило развлекается. Картины рисуют. Вон они стреляют там наверху. Чего вы стоите, как истуканы вообще? Ребят. Черт, подергайся! Он один! А это в бой не стреляет, пора! В натуре стоит один, развлекается. Круто. Прыгай к нему. Пока приду. Парню нужна помощь. Иди по лестнице. Где лестница? Я не видел лестницу. Конечно. Еще дверь надо открывать. Привет, чувак. Вот он. Ты что, стреляешь нас? Вообще ну вот, я опять в игре. Приветик, чувак. Да, было круто. Эй, Ниге! Назовись, солдат. Рядовой Август Коул. Группа Альфа, сэр. Коул? Тот самый Коул Трейн? Ага, точно. А где все остальные? Они наверху, в гробнице. Мы отряд Дельта. Мы пришли сюда забрать резонатор. И вытащить вас отсюда. Наконец, мы ждали вертушку. Но рации сдохли нахрен. Сэр. Мы заметили. Сеятели, они весь эфир глушат. Тогда они должны стать основной мишенью, сэр. Согласен. Нам необходимо восстановить связь со штабом как можно быстрее. «83. Черт!» «Я такой один, детка!» «Помните этого парня? Он играл за Пантер. В защите!» «Да куда нам идти?» «Мы видели, как ты играл!» «Точно! Полюбуйтесь на Колтрейна, детки!» «Эй, Маркус, помнишь? Тут полуфинал, 36-метровая отметка!» «Я помню, что ты мне должен 20 баксов!» «Правда? Напомни после войны!» «Куда нам идем-то, ребята?» Алло. Оставили меня тут куда-то и ушли все. Так тоже нужен код, наверное, сейчас скажет. У меня есть код, да? Ну, точно. Высово все есть. Это еще что? А что это? Об этом. Стой ровно. Закрепиться, Джек. Демаскируйся и режь дверь. Вкусное. Я режу. Я не умею, чё. Ух ты, блин. Еще один, блин. Не подпускайте этих парень к Джеку! Слишком много! Они убивают одного выстрела. Назад! Назад! Джек, позицию!
принципе, очень легко убивают. Только чуть-чуть задеть и все. Блин, только если много, да? Эй! Вот так! Какие-то тролл-лоши такие. О, да я спрячусь, а. Мне нужнее. Блин, сколько мусора. Давай быстрее заходим, заходим. Пойдем. Зашли. Черт! Что это за вонь? Серьезно. Несет так, будто там кто-то сдох. Это сеятели. Жуткая дрянь, приятель. Жуткая. Вы не на футбольном поле, солдаты. За дело. Вы двое. Сюда, берите оружие. Сеятели. Без приказов. Вход не пускать. Молод цари. Ничего. Хрень какая-то. Чтобы спутниковый лазер сработал, ждите по цели стойте. Окей, давай. Отворяй ворота. Пошли. Это омерзительно. Да уж. Ну, стреляй, солдат! Нажми спуск и удерживай. Спутникам нужно время на настройку. Что ли? Нет? Нажил опять. О, он его сжечь надо. Понятно. Крути, 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 давай. Он опять живой. На себе тварь такая. Я пуст. Пуст. Класс. Ты что тут делаешь? Пошли, 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 ребята. Пуху новую куда подобрать, я думаю. Мать, что вообще без патронов. И чего мы так редко используем этот молот? Он работает только снаружи. Да и то, когда спутники над головой. В общем, тебе просто повезло. Ну, в общем, я понял, что это Дельта. Прием. Глухо. Видно, это были не все сеятели. Пошли. Я пуст. Опять пуст. За что, что такой пустой-то вечно? Ни в голове, ни в заднице, как говорится. Пусто. Куда идем? А, вон дверь. Альфа ждет нас. Идем, идем, идем. Прямо за тобой, ребята. Что это было? Что это было? Бою готов! У нас тут добавка! Феникс, молот цари еще у тебя! Не, работает снаружи, я помню. Жги, жги, жги его. Нажми спуск и удерживай. Спутникам нужно время на настройку. Давай еще раз. Ну, давай. Продолжай. Ага,
раскаиваюсь. Все, я думал уже не встать. Все, пойдем своим помогать. Не могу придариться! Какой сервант интересный. Пошли, пошли. Я не вижу! Я вижу. С краешку сидел. Все чисто. Вперед, парни! Надо Рося. Идти к Альфе! Рося! Для меня положили. Вкусняшечку какую-то. Еще один молот Зари. Если бы я тот свой выкинул, я бы мог сейчас им воспользоваться. Я что-то видел. Опять я пуст. Из патронов. Я пуст. Что ты видел? Что такое? Что-то странное. Восемь патронов тоже. Или восемь зарядили. Я пуст. Сейчас скажу. Я пуст. Класс. Я пуст. Еще один молот Зари. Наверное, я не туда пошел. За мной вообще никто не идет. Субординация у вас что-то, братья, солдаты, хромает. По лестнице! Сади! Опять молот. Нет, осколочная граната. Есть. Это хорошо. Наконец-то у меня гранаты будут. Вот она ее. Можно штаб, поближе это рассмотреть. Дельта! Штаб, прием! Слышу, Дельта, но сигнал очень слабый. Мы над этим работаем. Направляемся к позициям Дельта, Альфы. Она тоже в броне. Дельта, это 2-4. Прием. Вы нашли Альфу. В зоне эвакуации чисто. У нас горючее на исходе. Прием. Никак нет, 2-4. Никак нет. Оставайтесь на связи. Вперед, рядовой. На связи. Саранча. Так, у меня есть граната где-то. Противники. Убери эту пушку, пожалуйста. Что ты делаешь? Ой, пипец, запутался на. В другом месте надо было гранаты изучать. Накидал. Так, смотрим. Вот это у меня говно какое-то. Вот это стреляет. Я пуст сейчас. Ну, сверху гранату. Живи, я солдат. Чем кидать забыл уже. В общем, я их уже, в общем, выкинул, чтобы они мне не мешали. Все. Нубизм наш продолжается. Это что? Черт, это Рохас. Что с ним? Может, и зря я тебя из тюрьмы вытащил. Пойдем. Упустили немножко. Что это за чушь насчет планов Хоффмана и этого резонатора? Он должен составить карту подземных ходов. Тогда мы сумеем найти сердце саранчи и вырвать его. Ага. Живой! Нет. Отлично! Опять он где-то слушает. Марку! Иду! Сидите! Опять! Последний! Ну вот! Сиди! Складское место, конечно, для уходя. Они еще и на мосту там лезут. Ребят, мне надо прикрывать, я так ничего не сделаю. Тут.
лицо! Давай еще раз. Это последний. Он попку просто нам показал, типа стриптизер местный. Штаб, это Дельта. Прием. Слышу, Дельта, слышу вас отлично. Но Альфу мы не нашли. Все сеятели нейтрализованы. Движемся к позициям Альфы. Отлично, Дельта. Переключаю вас на Альфу. Говорит Альфа. Где вы шляетесь, черт возьми? Берт! О, черт! Куда вы подевались? Группа Дельта в доме суверенов. Прием! Чудесно! Нас прижали тройками с вашей же крыши! Прием! Понял. Оставайтесь на месте. Мы их уберем. Мы останемся здесь, сэр. Конец связи. Найдите эти тройки. Противники! Вот они. Они сами нас нашли. Я пуст. Я пуст. Один есть. Молодцы. Проходим. Так, а в эту сторону не пойдем, что ли? Или тут поломано? Да, тут сломано. Беда, печаль просто. Вот и они! Отлично! Альфа, видим вашу позицию! Жаль только, что мы не видим на ней патронов! Понял! Конец связи! Это вам не повезло, конечно, с патронов в позиции сидеть. Патрончики. Я увидел патрончики. Даже успею взять. Упуя. Так, это что у нас? Пистолет-болток. Я понял. Есть! До Альфа мы дойдем вообще сегодня или нет? Вали назад! Команде. Пойдем, 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 ребята. Трошки. Трошки-потрошки. Живо! Блин, там еще пуха. Дурацкая пуха, блин, вот этими очередями стреляет короткими. Отлично. О, наконец-то хоть что-то о себе нужно. Тройка! Правый фланг! Входим. Патроны-то у меня хоть есть? Бежал еще, а?
Сука, живучи-то. Серенький на сереньком. Тоже нравится. Все? Тут так мало мяса, блин. Думал, тут будет что-нибудь посерьезнее. Вернусь. А вот и нет, ребята. Там было только два патрона. Пойдем за мной, пойдем. Встал. Контрольный. Быстрее, Альфа ждет нас. Надеюсь. Несколько противников. Да сядь ты. Все оказывается так радужно, как казалось. Винтовка новая. Хорошая прям будет что-то. Я пуст. Ну ты, блин, подавнее, это говно какое-то. Можно идти. Пошли. Неплохо. Есть. Я заблудился опять в этих коридорах. Пойдем наверх. Быстрее, ребята. Здесь все так и дышит историей. Вот же была красота. И ложью. Ну ты и наглец, солдат. Я знаю, за что тебя судили. Трибунал был подставой. Все туда! Используем, чтобы пехоту убивать. Это пиздец.
Зачистили, да что ж такое? Думал, никогда это не произойдет. Вас понял. Сейчас мы в зоне эвакуации. Мы вас видим. Это за нами. Черт, меня в полете вечно блевать тянет. Значит, сядешь рядом с Маркусом. Вот у них ящичек. Волшебненький. Соскучился, малыш? Да, обнимашки. А где Рохас? Чуть никто не прилетает за нами. Сейчас Лысого убьют, короче, мы двери вообще открывать не сможем тогда. Я довольна вами. Как я поняла, нашли еще одну группу. Наша тактика прежняя. Отрубить змеи голову, и она сдохнет. Мы победим в войне. Это лишь вопрос времени. Нет! Нам нужны Альфа и Резонатор! Вперед! Вот так вот и закончится эта серия. Боже мой. Штаб, это Дельта. У нас тут прямо поблизости Берсерк. Что мне делать? Не стрелять, Дельта. Патроны не помогут. Понял.